Семена петунии многоцветковой колорамы Микс F2, многоцветковая колорама Микс F2, дают возможность вырастить рассаду однолетних бордюрных растений с цветами разнообразных расцветок. Преимущественно они однотонные, иногда с яркими радиальными полосами. Диаметр каждого цветка 5,5–6,5 см. Семена высевают в феврале, чтобы рассада хорошо окрепла на момент высаживания. Выбирают открытый солнечный участок с удобренной почвой. Рассаду высаживают группами. Высота кустов 25 см. Гибрид устойчив к холоду, 4 зоны морозостойкости, пригоден для Подмосковья. Петуния многоцветковая колорама Микс F2 – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Петуния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Расцветает петуния многоцветковая колорама Микс F2 в месяцы июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.